Очень много вопросов прилетело. Зачем вообще промывать глаза? Что это такое? Для чего оно нужно? Ну, во-первых, для того, чтобы вымывать раздражители из глаз. Кыш! Пошли отсюда. Вон! Снимает раздражение, уменьшает зуд. Если вы носите линзы контактные, это очень хорошо подходит. Если вы ходите в бассейн, он вымывает хлорированную воду из глаз. Например, где-то находились, где было очень пыльно. Например, вот я нахожусь в магазине, в котором постоянно брызгают духами. То есть мы находимся фактически в постоянном облаке из духов. Духи, пыль и вообще другие раздражители жизненные. Капец. Иногда хочется немножко промыть глаза для того, чтобы они как бы видели лучше, как бы, может быть, разглядели другие очень положительные, я не знаю, стороны. Короче, у нас есть стерильный наглазник. Я его помыла. Снимите линзы. Я сняла. Сейчас я без. Я вообще ношу линзы. У меня -5.5. Цвет мой. Это мои глаза. Вот мои глаза, мой глаз. Мой цвет глаз. Что нужно сделать? Вот при вас открываю. И наливаю. Налить нужно пол емкости, половину. Емкость наливайся. Половину емкости наливаем. Налили в полочку. Так, теперь нужно опустить голову вниз, настроить глаз на промывание. Страшно. Так, теперь надо раз, открыть глаз. Ой, приятненько. Так, и теперь поморгать. Не написано, правда, сколько лет надо этим заниматься. Ой, как вакуум такой. Глаз промытый. Теперь надо поменять, помыть и сделать то же самое со вторым глазом. Короче, я помыла. Сейчас наливаю. Глаз такой прям посвежевший. Видит прям сразу положительное в жизни. Так, половину налили. Полочку. Погнали второй. Открываем. И нужно круговые движения глазом. Опять такой звук. Короче, глаза промыла, довольная, счастливая, пошла.